Всем привет, дорогие друзья! С вами Залил, и мы сегодня с вами поиграем в Ryzen 2 Dark Waters. Это на самом деле очень-очень прикольная игрушка, которую я хотел пройти еще после Assassin's Creed 4, где постоянно говорил, что, ну, что-то в Assassin's Creed не то. Такое чувство, что с Ryzen 2 что-то сперли. Ну, понятное дело, что она была раньше, и, возможно, что-то подглядели, да. Это, конечно, возможно, но начал я прохождение, точнее, мы сейчас начнем, только из-за того, что время поджимает. Скоро уже Ryzen 3 выйдет, поэтому, мне кажется, срочно надо пройти Ryzen 2. Так, все, начинаем, новая игра. Вообще, ужасно, кстати, она напоминает на Готику, но Готику я, правда, не во буду, наверное, проходить. Во все времена жили существа, наделенные особым могуществом. Избранные богами, они были властны решать судьбы мира. Первыми были лорды титанов, повелители стихий. Они помогли богам сотворить этот мир. Но закончив свою работу, лорды титанов обратились друг против друга. Началась война, опустошившая землю. Когда боги увидели, что произошло с миром, они разгневались и изгнали лордов титанов в глубины земли и морей. Там они и должны были остаться в плену до конца дней. Древнее пророчество гласит, что стоит им обрести свободу, начнется эпоха разрушений. Сегодня мы знаем, что это правда. При всем уважении, лейтенант, вы пьяны, и вы позорите мундир. Иди докопайся до того, кому до этого есть дело. Меня прислал комендант Карлос. Он ждет тебя на башне. Ну? Ладно. Так, ну что ж, замечательно, игра началась. Открыть инвентарь, посмотрим, что у нас тут. Видите, все как прям в этом, как в Готике. Ну, действительно, похожие игры, но Готику я не знаю, буду ли действительно проходить. Так, голова. Нет, я еще не пират. Не пират? Нет, ты как не пират-то? Не пират. А, да, кстати, он сейчас же не пират. Он прям нет, как... я еще не да, пират. Да, вот ты не пират, не пират, я понял. Открыть журнал, давайте посмотрим. Так, встретьтесь с комендантом. Да, ё-моё, комендант хочет поговорить со мной, он ждет в башне. Я привез в Варанг комплект старой пиратской одежды, но пока я состою в рядах Инквизиции, я не могу ее носить. Ну что ж, может быть, когда-нибудь я стану пиратом. Да, он станет, кстати, в скором времени пиратом, причем, ё-моё, нехилым таким пиратиком-то. Так, курочка, это возьмем, конечно, это обязательно сейчас надо брать, потому что... Скоро с противниками будем сражаться, точнее, с монстрами. Да, тут монстры есть какие-то. Чё нам постоянно подсказкой-то высвечивается, мол, открыть журнал? Я понял, да. Отметить, может, надо? Пиратские лохмотья. Нет, погодите, нам встретиться с комендантом главное. Потому что пиратские лохмотья мы не можем пока ещё одеть. Так, учитель. Это пока нам не надо. Морская карта. Да, погодите, что у нас еще инвентарь и персонаж. Да, мы можем же еще изучать тут все, замечательно. Умения, способности, команда, да, еще команда у нас будет и коллекция. Ну все, вперед к приключениям. Давай. Квест выполнен, найдите, кристальный крепость. Так, ягоды, маки, это обязательно берем. Так, не сюда нам, куда нам тогда идти? А, во. Подойди. Ларго. Ищи что-нибудь.
Если подбросишь золотишко, могу посодействовать. В смысле? Как? Да, и что же ты можешь достать? Ты же в тюряге. Да что ты сможешь достать? Ты же пленник. Оружие, самогон. Ну, что обычно людям нужно. Ты мне платишь, я тебе говорю, где что спрятано. А, ну так-то. Ты забираешь товар. Несложно, да? Ага. Так, в принципе, слушайте... Так, ребят, я включил субтитры, ну, чтоб удобнее вам было. Так, где мне найти эти вещи, потому что... Где мне найти эти вещи? Эти вещи нам нужны... На складе, о которой я тебе говорил, в гавани. В гавани. Дорогие вещи, они прячут в сундуки. Но те, которые им не нужны, просто валяются на полу. Ну, то есть, если бы эти вещи им были нужны, они бы их убирали, так ведь? Так, ну это понятно, понятно. Звучит убедительно. Только подожди до рассвета. На ночь они все запирают, и внутрь не попасть. Днем склад охраняют. Но это не проблема. Я научу тебя всему, что нужно. Не за даром, конечно. А что ж ты хочешь-то? Научи мне 500... А я, кстати, ребят, помню. Я как фуфел пробирался и без этого, вот этого, без ловкости первой. Да, я так делал, но... к сожалению, меня так и так убивали. Поэтому... Зачем пленнику золото? Зачем пленнику золото? А ты как думаешь? А это, конечно... Тебе скучно, я вижу. Тебе скучно, я вижу. Еще бы. Конечно, скучно. Так, за что они тебе? За что они тебя? Ни за что! Я не виновен! Ну, конечно! Просто гулял у этого склада в гавани, смотрел, что и как. И тут этот хрен хватает меня и заявляет, что я собирался их обокрасть. Я? Вор? Да я же только хотел осмотреться, понимаешь? Именно, черт их всех фиг. Фига себе. Так, пока не будем, наверное, у него этого, это брать, потому что, смотрите, что он нас обучит. Он обучит нас ловкость. Ну, в принципе, это нам понадобится. Давай, мне ладно. А как недостаточно золота? Стоп. Это что за разговор такой пошел? Золото должно быть всегда при себе. Где нам еще тогда взять? Стоп. 400. Да, у нас почему-то 400. Какого хрена у нас 400? Ну-ка, назад. В каморку нашу. У нас же где-то было золотишко. Погодите. О! Вот он. Вот он. 100. Отлично. Так, теперь мы можем получить ловкость. Ну, давайте попробуем. Так. Так, чувак, ну давай, научи. Научи меня передвигаться незаметно. Согни ноги в коленях и осторожно перераспределяй вес. Старайся не топать, как целый отряд защитников. Ступай легко, и ни одна сволочь тебя не услышит. Ну, капец, как будто бы этого не знали. Офигеть. Ну, в принципе, да, это, кстати, хорошая штука, потому что я перед началом игры никогда вот это не покупал. Я ходил, потом еще, помню, чит-коды использовал. Но это... Я, на самом деле, их не люблю, но... Тогда любил. Поиспользовать. Да и когда, плюс, когда пройдешь игру, да, все-таки, ну, надо чем-то еще заняться, а игра прикольная. Так, Карлос. Что, город у нас горит. В такую грозу? Я переживаю не из-за грозы, а из-за того, что она нам принесет. Не понимаю, что ты так разволновался. А вот и морское чудовище. Начинается. Прям как, знаете, в «Пиратах Карибского моря». Такой же кракен. Сразу топит корабли. Слава богу, тут пиратской команды этой нету. С бородой-то этой. Нет, я не хочу терять. Хотя, вроде, по-моему, на моей памяти вроде были. Спустись вниз к берегу и помоги тем, кто до него доберется. Эх, какой ты жестокий, а! Спускайся к берегу. Так, а ну-ка, атаковать тебя можно, кстати. Тут же можно атаковать. А, у нас... Да-да-да, это я понял, чувак. Вс,
Все, побежали. Тут, кстати, прыгать вроде даже нельзя, да? Да, тут можно вот так вот катиться, но прыгать тут нельзя. Игра сохранена. Замечательно. Так, чувак, отпирай ворота. Врата. И чего хотел комендант? Мне надо к берегу. Открой ворота. Открой ворота. Ты же не собираешься идти к берегу без оружия? Ты что, не видел тварей, которые выползают из моря? О, а где нам оружие достать? Я что-то не помню. Стоп, или как-то мы можем... Так, снаряжение. А, во! Все. Так, ну все, я готов. Или погодите, на быстрый слот надо это как-то пере... А, во, видите? Раз и два. Все. Убери оружие. Так, выстрел из пистолета. Давайте попробуем, Хуан, на тебе разогреемся. Ай, давай стреляй. Черт, Хуан. Тихо, 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 отступаем, отступаем. Теперь ты знаешь, как. Слава, минус 50. Шо? Блин, это плохо, плохо. Так, ну ладно, мы теперь поняли, что... не надо так сражаться. Так, чувак, у меня есть оружие, готов, открывай ворота. Я готов, открывай ворота. Хорошо, хорошо. Оттуда немногие возвращаются. Ну, ты будешь в порядке, ну конечно. Пока что слава нам не нужна даже. Но потом-то, да. Да-да-да-да-да. Лучше не марать свой мундир. Хотя мы потом за пиратов будем, так что этих можно спокойно валить сейчас. Так, погодите, тут грибочки можно даже собирать, нет? А, не-не-не, сначала... Да-да-да-да-да-да, ее спасти надо, Петти. Блин, а? Боевая девочка-то, да, такая? Петти. Да, блин, она и сама может о себе позаботиться, а? Так, ну пойдем. Кстати, стоп, надо перезарядить пистолет. Тут же это... Вы сами знаете. Ну-ка. Песчаный ди... А, что, она сама, что ли? Погоди, погоди, я как бы должен помочь? Сделать... А-а-а! Как так-то? Как так? Я не понимаю. Твою дивизию. Так, погодите. А, у нас же ХП-то нет. Поэтому ты... Ну, понятно. Так, провиант. Давайте похаваем. Правда, смотрите, надо подождать. Немножко, слегка. Правда, я уже все сожрал. Потихоньку восстанавливается, да? Да, потихонечку, потихонечку. Я-то думал сразу. Нет. Грок-то, кстати, он 50% сразу прибавляет, да. Так, Петти, я понял. Да, хочу пропустить. Я уже понял, понял. А почему? Я вот пистолет... Так, вот берем это. Так, мимо, заметь. Как мимо-то? Смотрите, он как... Блок надо научиться нам делать. Нет, что-то блок пока мы не можем ставить. Давайте замочим песчаного дьявола. Смотрите, она... Да, ё-моё, я вообще лох какой-то. Грабить. Так, давайте сграбим. Слава плюс 100. Только не думай, будто ты меня спас. Так я тебя спас, ты что? Почему ради всего святого ты вернулась? Я тоже рада тебя видеть. А вернулась я, потому что мне нужно передать сообщение Инквизиции. А ты мне поможешь. Я? Ну а кто еще? Мы должны поговорить с Карлосом, и нам нужен быстрый корабль. Ух, какой разговор-то. Ни в коем случае. Но против Кракена есть оружие. Почему ты так уверена? Мой отец ищет его. Стальная борода. Ты нашла его? Еще нет, но я знаю, где он. Не так быстро. С чего бы пиратам воевать с Марой? Из всех ланов Мара, без сомнения, представляет для Инквизиции наибольшую угрозу. Ее Кракен уничтожает наши корабли. Ее монстры нападают на наши поселения. Это ведь должно радовать пиратов. Они никогда особенно не переживали за Инквизицию. Это верно, но сейчас между пиратами развернулась война. Половина из них перешла на сторону Мары. Мой отец – один из тех капитанов, кто решил пойти против нее. Он ищет способ убить Кракена. И сейчас он на Такаригуа. Черная Бетти стоит в порту. Как только будет ясная погода, она повезет работников и солдат на Такаригуа.
Вы оба можете взойти на борт. Ну, это мы можем обсудить и завтра. А сейчас отдыхайте. Мне надо подумать. Стоять на месте. Так, новый квест, поговорить с Карлосом. Так, замечательно, уже утро, что ли? Так быстро, все. Петя, ты тоже встаешь там или что? Хорош, вздрыхнуть. Надо дать тебе поспать, ну конечно. Так, надо вещи стыбзить все, точнее, а то еще украдет. Она такая, блин, воровка. Ну, вы скоро ее узнаете. Так, а тут мы можем, кстати, сражение провести против этого вроде, да? Я пытаюсь научить людей дисциплине. Ты не видишь? Я покажу, как им надо драться. Я покажу им, как надо драться. Да, видимо, у героя Фаранги свои собственные методы. Ну, на тебе сейчас и проверим. Он поделится с нами своей мудростью. Так, лучше научи их драться. Лучше научи их драться. Превосходная идея. Хочешь помочь? Не прямо сейчас. Ну, если надо. Ну, если надо. Скажи, когда будешь готов. Так, давай тренироваться. Давай тренироваться. Кстати, мы тоже будем. Солдаты, внимание, сейчас будет поединок. Что там происходит? Так, давай! Ай! Нет, все! Тихо, погодите, еще есть шанс, что мы выиграем! Так, главное, атаковать! Давай! Так что блок мы пока не можем ставить. Так, стоять! Стоп! Так, ага, мы можем паузу делать, но у нас нету этого... Так, инвентарь, снаряжение. Ай! Вот это было больно. Ну, ё-моё! Я впечатлён. А потому что у нас нет провинции, короче. Ну, вы поняли, ребят. Стоять на месте. Это, конечно, было глупо сейчас. Замечательно. Так, что это за кошелёчек там? Почему я его не могу взять? Крыски какие-то тут, крысы, иди сюда, блин, слава плюс 20 за крысу, мы такого добра точно не отпустим. Так, чувак, сюда можно пройти? Порядок есть. Есть порядок. Пока корабль в гавани, ворота останутся закрытыми. Распоряжение высочайшего совета. А что такого особенного в этом корабле? Это корабль с рабами. Мне кажется, пять что бедные негры. Суета с воротами не имеет особого смысла. Ну, то есть, куда рабам идти-то? В том, что осталось от кальдеры, даже мышь не укроется. И виноваты в этом титаны. Так что ж, тогда я пропускаю, значит, закон бессмысленный. Ну-ну, это не то, что я сказал. Я сказал, не имеет особого смысла. Эх, тем ты какой, а? Закон есть закон. Ворота останутся закрытыми. Понятно, а ты что-то знаешь о Титане? Ну, это вообще не надо спрашивать, это фигня какая-то. А, кстати, мы можем, знаете, как сделать? У меня, в принципе, здоровья-то мало. Да, получай, уходим! Слава, минус 50. Чёрт, нет, я хочу побегать. Так, вставай. Это слово нахрен нам даже не нужно, ребят. Ну, чё? Так, ага. Так, сейчас мы тебя проучим. За то, что у нас... Так, нет, давайте этого не будем. Чё он нам сделал, да? Надо, блин, вот эту крысу прессовать, а? Как-нибудь его... Стоять на месте. Так. Убери оружие, прям-таки. Так, пистолет... Ай, мимо! Я думаю, теперь ты знаешь, как это бывает. Это было славно. Чёрт, я же как-то его побеждал. Даже и так. Стоять на месте. Ну, понятное дело, что нам нужно сначала грок. Так, ну-ка, чувак, ты что-нибудь нам скажешь? Я провернул отличную сделку. Вот увидишь. Ага. Ну, он нам говорит, типа, давай, иди ограбь склад. Это мы спокойно сейчас сделаем, смотрите. Вот утро. И вот. Ну, там, смотрите, кто стоит, а? Видите, это, вот этого мужичка. И я не знаю, как... Так, крыска. За крыску, блин, много дают, однако. Нам надо где-то питание своровать, где-то найти, потому что если мы не восстановим в нашей жизни, ну, хреново будет. Чё хреново? Так. Он должен обойти как-то, наверное, да?
Видите, как он идет. Ну-ка. Нет, у меня такое предчувствие, если мы вперед. О! Ни хрена работает-то как, а. Ящик. Да ты иди, крыса, господи, мешается. Под ногами. Ток ты, слава сырой курицы. Берем, забираем все. Тихо. Ты что такие маневры, блядь, делаешь? Так, я понял, можешь не повторить. Как ты тут не рады? Как не рады-то, ё-моё, я лейтенант! Не рады они, офигеть. Что ты задумал? А, видите? Прошлой ночью тут разбился корабль, прямо перед крепостью. Что я задумал? Я знаю, я был на башне. Ты это видел? Я только слышал об этом от команды. Выжила только одна девчонка. А все остальные бедняги лежат на дне морском. Ну, что ж делать-то? В любом случае, может быть, что волной еще что-то выбросило на берег. Нам могут понадобиться снаряжение и провиант. Думаю, не надо это объяснять. Посмотри на берегу, может, найдешь что-то полезное. Ага. Это уж точно. Не, там будут, кстати, лежать какие-то коробки, как я помню. Сейчас мы проверим, посмотрим. Или какие-то, какая-то хрень. Погодите. Это хорошо, что мы провиант сожрали, а? Вот сейчас. Потому что на нас нападут, да, это я помню. Причем там... Нет, пока не будем идти. Ну-ка, что тут валяется? Раковина. Нет, тут одна фигня. Пока череп. Смотрите, останки прямо, а, обглоданные. Не, пока не будем идти, хотя стоп. Вот у этих мы... Вообще, светящийся шар. Он вообще ничего не стоит. Как я помню. Блин, давай, беги. Главное, что он уклоняться может. Это самое главное. Так. Ой, блин, вот видите. А, стоп, он как он прыгнул? Так, песчаные. Ай, блин, уклоняемся. Я не хочу с ними сражаться, потому что иначе точно не выживу. Хотя, ой, блин. Так. Надо сейчас просить, конечно, что так мы бежим, потому что они так нас точно догонят. Ну чё? Да ладно, он чё, умеет по лестнице взбираться? А, хрен. Не умеет, слава богу. Так, ну нам надо повернуть. Так, поворачиваем. Там где-то обломки еще были, но где? А, вон. Я уже думал, ты сдохнешь. Знаете, как в Дейзи прям. Ящик, о! Ну-ка. Факел, провиант и пули. Замечательно, это все нам понадобится. А, провиант жрем сразу. Нет, не будем, конечно, шкалерить, ребят. То, что я сейчас сделал, кого-то там вот так вот что-то нарывался. Не будем такой хренью страдать. Вот когда за пирата будем, вот тогда что-нибудь такое можем придумать. А сейчас не будем пока трогать. Никого. Так, обломки. Так. Пока можем не сражаться. Ну, потому что это нафиг нам не надо. И за это нам... А что там? Ну, славу, да, нам дадут немного. Ну, это по полной фигне. А то, что мы нападали, да, на матросов всяких, нам отнимали славу. Да пофигу на это. Так что мы спокойно, как вы видите, быстро получаем. Нашел, так, нашел. Пара бочек и ящиков, больше там нет. Выглядит неплохо. Молодец. А золота не будет? Ангус выдаст тебе жалование. И все? Я больше не член Инквизиции. Но форма-то еще на тебе. Это ненадолго. Ты правда хочешь уплыть отсюда? Со следующим кораблем. Да ближе к делу, ну, золото. В таком случае, всего хорошего. 200. О, 200 золота, неплохо. Так, как же нам его обойти-то? Просто мастер стелса, смотрите. Так, этот мы уже обшурудили ящик. Но там что-то ценное лежит. О, ягоды маки, это фигня. Это провиант, правда, он сейчас понадобится. Так, жрем. Ах ты ж мудель. Или не мудель? Смотрите, нет, не мудель. Так, а тут закрыто. Я ничего не понимаю во взламывании замков. Так, ну кубки-то нам пригодятся. Пойдемте к этому мужику. Может, он нас научит взламывать. Мешочек с пулями.
Закрыто. Да, как-то плохо. Надо взламывать, взламывать как-то. Мы ж тут в основном воры и убийцами будем. Так, спокойненько, крыску. Я бы убил. К сожалению, этот взбунтуется. Так. Крыса. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, чувак, я не хочу, не таким, хочу. Как ты, тут не рады. Да, блин, только что рады были, уже не рады, замечательно. Какой-то лицемер-то. Стоп, а где мы? Мы же что-то брали, или что? Сырая курочка. Регенерация крови. Вкусно. Как вкусно-то? Нет, мы пока... Почему она сырая? Надо ее приготовить где-то. На этом костре не можем пока. Надо какие-то выбирать другие, что ли, места. Ну, сейчас будем смотреть. Так, 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 Хуан. Есть что-нибудь? Корабль сегодня отчаливает. У меня приказ перевести пленного на борт. А, кто этот пленник? Кто этот пленник? Какой-то пират. Нанялся на наш корабль и пытался ограбить склад. Идиот. Так что теперь он отправляется на Токарева. Это мы знаем, о ком говорят вот об этом, Ларго. Они перевозят тебя на Токаригуа? На сахарные плантации, как чертова раба. Внизу в гавани стоит целый корабль, полный малуков. Полон чего? Малуков, парень. Так называют рабов. Тогда я не помню, чтоб так называли-то. Малуки, ё-моё. Я помню, чтоб маврами их называли. Рекрут. Что-то случилось. Да, что-то случилось. Я не могу тебе помочь. Я не могу тебе. Да, о! Тут мы тоже можем пошарить, вот видите. Ничего не понимаю. Да как ты не понимаешь-то? Ты должен еще как понимать, ё-моё. Не сейчас. Не сейчас. Прям так намекаешь, намекаешь мне. Когда ж мы это изучим, я это не помню. Пока армии Урсигора и Измаила воюют на севере, мы здесь в безопасности. Но как только один из них одержит победу, он пойдет маршем на Кальдеру. Из этого мы и должны исходить. И пока это не произошло, мы все должны уйти отсюда. Значит, Высочайший Совет наконец проголосовал за эвакуацию Кальдеры? Высочайший Совет колеблется. Он хочет, чтобы мы побольше узнали о новом свете, прежде чем покидать Кальдеру. А что собирается Высочайший Совет делать с угрозой со стороны Мары? Кракен стоил нам уже немало кораблей. В этом деле появились новости. Мы сейчас охотимся за оружием, которое могло бы быть достаточно мощным, чтобы уничтожить Кракена. Я послал на это дело одного из моих лучших людей. Что может человек противопоставить этому монстру? Так, я кое-что умею. Значит, это твой лучший человек. Ну а ты как думал? Я сказал, кое-что умею. Новости. Ты же знаешь, как быстро Высочайший Совет принимает свои решения. Понимаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Как только будешь готов, отправляйся на корабль к Себастьяну. Черная Бетти отчаливает сегодня. На Токаригуа есть опорный пункт... На Токаригуа есть опорный пункт Инквизиции. Когда прибудешь туда, выдай себя за рабочего. Потом на другой стороне острова найдешь пиратское гнездо. Так, 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 никто не должен знать, что я из Инквизиции. А когда я прибуду к пиратам? Завоюешь там доверие Стальной Бороды и узнаешь, какое оружие пираты используют против Кракена. Ну, это спокойно, потому что наша, так сказать, его дочка-то с нами. Так. Никто не должен знать, что я из Инквизиции? Ни в коем случае никто не должен заподозрить тебя в связях с Инквизицией. В особенности это касается личного состава гарнизона на Токаригуа. Только Себастьяна знает о твоей миссии. Для твоей же собственной безопасности будет лучше, если так и останется. Если пираты узнают, что ты из Инквизиции, можешь попрощаться с жизнью. Да. Значит, я не могу доверять нашим людям. Мы не знаем, в каких отношениях они с пиратами. Поэтому будь осторожней. Все понятно. Если это оружие существует, оно должно быть у нас. Я полагаюсь на тебя. И помни, с настоящего момента ты больше не являешься официальным членом Инквизиции. Черт, как так-то? Ну ладно, ладно. В принципе, это даже меня радует, мужик. Нет, 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 не будем. Не будем мы шкалерить, ребят. Не будем. Все, хватит. Пока. А, кстати, а чем он будет нас атаковать?
А нет, смотрите, видите, у него меч есть. Не, не будем испытывать, да, плюс провиант не бесконечный, если, конечно, мы так бы закрыто. Я ничего не понимаю в обзламывании замка. Ангус. Да, чувак, прям как анус. Что ты делаешь? То же, что и всегда. Я считаю, и когда я все посчитаю, я начну сначала. Но в чем смысл? Офицерам и рекрутам нужна их... А, кстати, ну-ка давай-ка. Я рад, что это скоро закончится. Давайте попробуем... То есть больше платить не будут? Да я не о том. Я говорю, что меня тут уже не будет. А, вот, что с моими деньгами? Ну, что там с деньгами? Так. А как насчет моей платы? Ты ничего не получишь. Ты чё, бля? Я слышал все, что сказал комендант. Ты больше не являешься официальным членом Инквизиции. Ух ты, бля, а? А ты хорошо знаешь правила, как я посмотрю, Краснобай 5, ну-ка. А ты хорошо знаешь правила, как я посмотрю. Ну так потому меня и сделали казначеем. Тогда ты наверняка должен знать, как мне все-таки получить свои деньги. Ну, я, конечно, мог бы вписать их в статью «Особые траты». Я вижу, мы друг друга понимаем. Я мог бы выплатить тебе 200 золотых. О, вот это другое дело, даже ничего за них не хочется. Это хорошо. Хочешь уехать? Ты хоть раз смотрел через стену крепости? Здесь скоро все покатится к чертям. Я вызвался добровольцем в следующую экспедицию. Так, что за экспедиция? Кстати, я такой... Еще об экспедиции. Я знаю только, что на следующей неделе прибудет корабль, идущий в Новый Свет. Все остальное тайна. Тайна! Но я уверен, что там лучше, чем здесь. Да, ты прав, ты прав. Так, ну ладно, идемте. 200 золотых. Я ничего не понимаю, вам зла. Да-да-да, это ты уже 100 раз сказал, мой друг. А, у тебя 400 золотых. Замечательно. Мы все обшарили, ребят. Плюс кубков набрали, таких хороших, приличных, которые можем еще продать. Так, чувак. Ты провернул отлично. Так, это я понял, я уже увидел это. Но я думал, ты расскажешь, как взламывать замки эти чертовы. А, куда она дальше, я что-то не понял. Вот для этого это и хорошо, что есть журнал. А, судовой журнал, оружие титанов, пиратские лохмотья. Стальную бороду вперед. Не-не-не, погодите, пиратские лохмотья сначала надо. Куда идти? Так, у вас нет карты этой области. Как так-то? Тогда все, уходим. К Петти надо подойти. Стоп. Петти, погоди. Может, и тут поспать? Нет, зачем нам спать? Поспать можно, чтобы восстановить здоровье, как я помню, да? Ну-ка, в ящике ничего не появилось. Может, там Петти нам что-нибудь подкинуло? Нет, нифига. А вот если бы что-то было, наверное, бы спиздило бы. Ну как, спала как убитая? Ага, только убитую не разбудил бы ор этого сумасшедшего снизу. Как только ты выдержал здесь все эти месяцы? У меня был друг, крепкий парень по имени Ром. Я смотрю, у вас с отцом одни и те же друзья. Вы бы с ним поладили. Это хорошо. Так, кстати, интересно... Расскажи мне о своем отце. Почему пираты-то пьют один ром? Чем же они так любят его? Оставив мне карту и страницу из дневника. А на этой странице говорилось, как найти сокровище. И не просто сокровище, а его сокровище. Не хватало лишь одной детали. На каком острове оно зарыто? Это я и собираюсь выяснить. Ты все еще хочешь найти сокровище своего отца? Не я, мы. Ты поможешь мне найти сокровище отца, а я тебе найти твое оружие. Так, ну, договорились. Договорились. Правда, я б себе... Живешь, будет весело. А других выживших на берегу не нашли? Нет, мне жаль. Ох, бедняги. Ну, хорошо. Тебе наверняка есть чем заняться, прежде чем мы отправимся. А потом приходи на корабль и не задерживайся. Так, ну, все, идем. Я-то уже всем тут занялся, все посмотрел. А вообще, реально, чего ж так любит пират это ром? Хотя, в принципе, ответ тут очевиден, он же очень дешевый, ну, по крайней мере, у них. У нас-то в России, понятное дело, что пиздец, как все дорого. Так, да и сейчас, ой, как цены-то дорожают. Так, изменить дистанцию камер. А, ну это я знаю, да. Погодите, а зачем нам сейчас это менять? Может, тут что-нибудь есть, какие-нибудь секретики? Да нет, походу, ни хрена. Опять идет, замечательно. Вот
это я и люблю в играх, что никак в Assassin's Creed там не телепортируются они, а все спокойно идет, как и должно быть. Зелье, о! Ох, вот что-то зелье припрятали. Сколько оно восстанавливает, давайте посмотрим. Зелье фехтовальщика. Длительность 30 секунд. Так. Я сейчас, знаете, что подумал? Так. Идемте-ка назад, а? Кое-что я не сделал все-таки. Кое-что так, пойти. Спокойно пока иди там на корабль. Кое-что я не сделал. Не сразились мы с тем чуваком. Я не помню, там награда вообще какая-нибудь дается или нет, но давайте сейчас проверим. Так, быстренько сейчас пойдем. И до следующего утра поспим. Сначала, чтобы восстановить ХП. Просто у нас сейчас зелье-то она не восстановит ХП, да? Да, ни хрена. Так, кроватка, поспать до следующего утра. Как бы корабль-то должен уже уйти, так что... Но, конечно, тут это не продумано. Так, да, мы восстановили ХП. Так, чувак, давай тренироваться. Солдаты, Так, стоп. Быстро глотнем. Так, а теперь... Ох ты, гад! Давай же! Так, смотрите, а! Очень достойно. Наконец с тобой закончил. Хереть! Да ладно! Стоять на месте. Охренеть, я лох! Охренеть просто! Как так-то? А как же его тогда победить-то? Вот это я не помню. Так, факел. Стоп! Да тут еще кое-что есть! Блин. Вот это мы рано отсюда уходим. В смысле, убери оружие, оно что, при меня, что ли? Дебилы какие-то, вы чё? Офигели. Так, еще сутки спустя, но корабль стоит, ждет нас, конечно же. Еще кое-что я, ребят, забыл. Последнее. Блин, ну как я его не победил-то, это вообще ужасно. Это странно как-то. Побеждал ли я его вообще? Как-то вот по-крысиному можно. Вот со спины только так. Так, идемте... Здесь будет такое место. Сейчас покажу вам. Ребят, ну а там, по-моему, я умирал. Поэтому надо сохраниться. Сохранить. Новая игра. Так, все, игра сохранена. Гриб. Плюс грибы мы, смотрите, провиант нашли. Это хорошо. Хоть попитаться тут можно будет чем-то. Но еще тут давайте обследуем. Так, эти крабики. Вроде не должны. Ну, не крабы, как они их? Я уже даже не помню. Пофигу. Идемте сюда. Вот здесь-то лучше вот так уже. Потому что тут... Ну, тут капец будет. Сейчас офигеете. Так, нет, это не рушится. О, песчаный дьявол, прошу. Ну, смотрите, они быстро... Так, тихо. Тихо. Черт! Да как так? Вы крысы маленькие! Так, тихо. Ты, блин. Все, готов. Уработали мы его. Провиант жрем. Так, слава, 50. Так, дальше лучше пока не идти. Если тут вообще дальше есть. Но я помню, что есть. Меня тут убивали, тут до хрена их было. Смотрите, какие, а? Вот драгоценности. Я не знаю, может, это сокровище, а? Твоего отца. Нет? Точно не оно? Геройская трава. Что она делает? Так, прочная кожа. Постоянное действие? Вау. Да ладно, постоянное действие. Замечательно. Это я понимаю. Да, я молодец, что сюда зашел, а? Так, может, даже мы того парня сможем теперь с прочной кожей-то завалить. Так, морская судовой журнал, персонаж, навыки. Так, я ничего тут не могу пока сделать, да? Умения. Ага, замечательно. Нет, больше ничего нет, смотрите-ка, а.
стоять на месте. Да, он прыгать все-таки может. Что-то я ступил, что он не сможет. Не-не, все может, парень-то. Так, смотрим. Так, больше ничего нет, да? О, какой рассвет у нас, а? Или уже что, закат так быстро или нет? Идемте к тому мужику. Попробуем, давайте еще раз попробуем. Я не хочу быть неудачником. Я хочу быть удачником. Вперед. По крысиному? Не, не будем, не будем. Но он как-то умеет, понимаете, защищаться. Да, хочу. Давай тренироваться. Так, факел. Эй, так нечестно, ебать! Крыса, да ты крыс! Это было слабо. Пиздец. Пиздец, какой, какой... Не хотел бы я быть в его шкуре. Нет, нет, нет. Так, нечестно. Так, стоп, вот, допустим, берем, да? Он защищаться может. Замечательно. Ну-ка, 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 давайте все тут. Еще раз хочу. Заметили, мы сейчас практически его уделали. Так, третьи сутки пошли. Третьи суточки. Так, корабль до сих пор стоит, хотя должен был уже как три дня назад отойти. Так, еще раз. Давай, три. Солдаты. Замечательно. Так, все, погнали. Ну же, нападай. Ага, слушайте, дай правду. Нормально. Так, дай. Давай, защищайся, молодец. Давай, защищайся. Мочи его. Мочу, как могу. Яблочко. Пиздец, у него половина жизни осталась. Правильно, мочи их. Что я знаю, против кого мы точно сможем пойти? Вот, вот этот рекрут. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот прямо, знаете, как крыски цокнем. Убери оружие. Рекрут, это стоят! Рекрут, отлично! Меня же рекрут! Рекрут даже спокойно победил. Да ё-моё, давай уже, хватит. Блин, какие сволочи-то, а? Да как же тебя победить-то, а? Так, еще раз тренироваться, ну-ка. Давай тренироваться. Задай ему. Ох ты, гаденыш, а. Ну же. Да, он прям, вы знаете, в колени. Типа, кланься, кланься. Стоять на месте. Слушайте, это просто нас уделают, а. Нет, 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 нет. Надо просто, во-первых, уклоняться. Точно, уклоняться. Это же главное. Давай тренироваться. Давай же. Ой, бля. Это было больно. Это пиздец было. Не хотел бы я быть в его шкуре. Да ну нахер эту крысу. Долго ты будешь тренировать людей? Через неделю, комендант. Я намерен предоставить ему людей в лучшей форме. Это означает, что занятия по фехтованию и тренировки с ружьем продолжатся с утра до ночи. А если надо, то и ночью. Что за секретная миссия? Ну-ка, рассказывай. Высочайший совет решил послать в Новый Свет еще одну экспедицию. Помимо Кориентеса, только комендант Карлос знает все детали. Угу. Так, это про нас уже. Стоять на месте. Как же. Давайте. Есть слабое место. Ладно, все, последний раз. Нападай. Опа. Да вы что, оборзели? Ребенка, ей-богу. Да ну нахер. Нет, я не буду. Черт. Я знаю, когда надо остановиться. Но не сейчас, сейчас ты мне получишь. Тихо, погодите. Ай, давай же. Да! Я думаю, теперь ты знаешь, как это бывает. Да я думал, он побежит. Да ну нахер, а, пойдемте отсюда. Так. Ты-то тоже отвали, блин. Ай, конечно, я шифт не отжал. Ой, пиздец, блядь. Идемте отсюда. Я не знаю, я уже не могу видеть все эти рожи. Так, я должен профессионально как-то научиться убегать. Вот, к примеру. Так, убегай, да ебаный в рот, вы что? Как вы это делаете? Я ничего не понимаю, вы что, как в Звездных войнах, что ли? Как Дарт Вейдеры? Машьте мечом. Такой радиус большой берут, а? Капец, или не знаю, кого-то кидают в меня клинок. Не, все, отсюда мы убегаем просто. Мы, к сожалению, еще не опытные. Чего ты хочешь? Сколько хотели, я 2 года назад только играл. Так, я хочу...
Расскажи об этом капитану. Не нравится мне тут. И без приказа капитана мне. О, послушаем, послушаем. Сходить здесь на землю. Боюсь, как бы они без нас не уплыли. Уж лучше пускай меня съест кракен, чем я буду здесь ждать, чтобы меня растоптали титаны. Думаешь, мог? Лучше пускай меня съест кракен, чем я буду здесь ждать, чтобы меня растоптали титаны. Так, понятно, это все? У меня свои. Нет, нет, сейчас у меня нет времени. Так, по-моему, тут тоже можно что-то стыбзить, как если мне не изменять память. Но я говорю, я 2 года назад играл. Поэтому, конечно, что-то помнится мне, что-то не помнится. А, вот, да, мы с ним. Типа, ну-ка, Себастьян, а что у тебя тут? Типа, моя каютка? Я сразу замечу, если тут что-то пропадет. Даже не пытайся ничего украсть. Так у тебя ничего нет, чувак. В смысле, у тебя что-то есть? Ах ты, гадюнуш, а что ты от меня тут скрываешь? Ну-ка, говори и признавайся. Че, счеты, что ли, твои спиздить мне, а? Ну-ка, говори. Ну, нахрен, ничего у него нет. Да, иди корабль сюда, готов. Толстяк. Ты как? А, вперед. Вперед. Поднять якоря, поднять паруса, рулевой, курс на Токаригуа. Мы, кстати, сюда еще вернемся, ребят. Сюда мы еще вернемся. И тогда мы точно этому гаду переломаем все ребра, а? Господи, что ты меня так уделывать, а? Раз в 6 он меня победил, и ни разу я не мог ничего сделать. Блин, я же как-то его побеждал. Блин. Так, ты покидаешь? А, ну вот, мы уже... Как... Вот как хорошо, что тут быстро хоть грузится это все, а? Бац, уже на другом островке. Все быстренько прогрузилось. Так, не-не-не-не-не, это мы не будем пропускать. Ребят, мы должны все знать, все вспомнить.